Не сожалейте о том, что сделано. Одно из главных правил жизни. Но если вдруг пришло то время, что отмерено для осознания и определения, какой есть ты и где твое предназначение, пришло то время с пониманием, как много в прошлом ты творил, но не от имени себя, а стереотипы чьи-то принимая, во всех действиях уверенность хранил. И хочется теперь просить прощения тех, с кем поступал ты очень глупо, кого обидел ты жестоко, сдачу отдавая, не уяснив совсем однако, как воздает вселенная сама, да по местам все сразу расставляет.